С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. Я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. О, сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов — «Мстители против ящерицы с канализации» Камалы Хан. И толпа мне аплодирует. Вот это настрой. Обещай мне одно. В любом случае. О, я же хороший, Абу. О, Бета. Важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу «Мстителей» на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! Добро пожаловать в День Мстителей. Все реальные гости. Ого! Хорошо, что это просто статуя. Добро пожаловать на День Мстителей. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон. Круто, но хотелось бы посмотреть на них вживую. Закончились. Божечки, репульсорные перчатки. Боже мой. О, это так круто. Что еще за мерзость? О, виноват. Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага. А что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам. Вы шутите? Угадала. Узри,
Вот оружие, которое совершенно... Ого! Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает подделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты, дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан. Я запомню это имя. О нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти! А ну, отойди. Простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда! Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага, да пофиг. Пошли отсюда. Комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерица в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. Вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. Я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. Может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и Черная Вдова. С ума сойти. Слышите мой значок? У вас... Кто хочет поднять молот? Почти собрала. Вип-балкон, жди меня. Еще комиксы. Наплюйте на выход чистак. Меня сейчас стошнит. Тарриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть, доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадала утром? Срочная работа была. Я знаю.
Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели у реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс. Я, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? У меня уже есть такой. Постой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Эй, я нашла комикс, который тебе нужен. Супер. Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на VIP-балкон. Соберите 5 эксклюзивных комиксов и попадите на VIP-балкон. Директор Фьюри! Директор, вас не тревожит, что реактор Геликарьера может не выдержать нагрузки от Терьена? Мы ведь мало знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера — воплощение безопасности и силы Мстителей и Щита Разум. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Бета, это лифт к твоему балкону. Надо только отсканировать телефон. Сезам, откройся! Идет царица комиксов! Также хотим представить новый источник чистой энергии под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его открыл. Доктор Джордж Штарл. Спасибо, Кэп. Капитан Роджерс. В реакторе Химеры находится новый минерал. Терриген. 3 года назад я нашел странный камень в заливе Сан-Франциско. Мы провели ряд исследований и выяснили, что он... Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и плохих парков. Парковками, надеюсь, правильно. О, нет, это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинджет, Нат. На всякий случай. Есть. Есть. Давай! Нам нужна подмога! Вы недостойны! Yeah!
люди в ловушке. Много человечков с оружием. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее завтракать сегодня. Тор, спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Мы за вами, Тор. Будет весело! То, с кем мы имеем дело? Они пока не представились! Погодите, это же вроде оружие щита! Я свяжусь с командором Хилл! Кэп, они неспроста напали сегодня! Согласен, Брюс. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит! Помогите! Пожалуйста! Не высовывайтесь, помощь на подходе. Отойди назад, Грома. Не все веселье тебе одному. Номерные знаки совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из внутренних сводок Юри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно. Ладно, как скажешь. Ракеты Бульса. Рад, что Юри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их взял. Кэп, надо защитить кристалл Терригена. Если в него попадут... Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Мстители, Сталлоне навезла секретный прототип из щита. Юри ищет грузовую декларацию. Кил! Как кошка! Передай Юре, что я обожаю, когда в меня стреляют моим же оружием. Будем держать в курсе. Гуси жива-здорова. Ха! Я не думал, что ты это услышишь. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Заходим в класс!
поставить пулеметы на грузовики щита. Тони. О, точно. Это я. Почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Опасный старт. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Нат, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не расслышала. Над, ты слышишь? Внимание! Химера атакована! Начать эвакуацию гражданских! Капитан, у нас проблема! Стоп, я
примеру! Другая проблема! Я никогда прежде не видел таких показателей! Я буду у вас, как только смогу! Захватите ее. Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве он их не запретила? А ну-ка посмотрим. Эффектное появление. Она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, чего мы ждем?
важно. У меня есть эхо. Черт. А ну отдай! Попробуй отними! Записываешь, как обычно? Чего? О, да брось! Ты копируешь мои приемы, да? Это называется фотографический рефлекс. Это называется плагиат. Надоели твои танцы! Наверное, обидно всегда вставать на шаг. Тебе нужна химера, да? И что ты хочешь мне сделать? Продать подороже? Мне нужно кое-что куда более ценное. Что же? Не буду портить сюрприз. Понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Ну и что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь? Хватит болтать! Трусиха! В чем дело? Не любишь сюрпризы? В следующий раз будь внимателен. Этого ты и не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту!